Привет! Что читаете? Сегодня дежурная по чтению я, Светлана Вилкова. Я хотела бы познакомить вас с книгой британского поэта, британского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро, лауреата Нобелевской премии по литературе 2017 года, мастера интеллектуального бестселлера. Его произведение «Не отпускай меня» — это своеобразная история воспоминаний маленькой девочки Кэти, которая свои детские годы проводит в настолько интересном и захватывающем месте, что, чтобы узнать то, что было дальше, необходимо, просто необходимо прочитать эту книгу. Дальше будет еще интереснее и интересней. А вы читали Исигуро? Делитесь в комментариях.